улица Маклакова. Есть там выход или нет? Есть. Боевых искусств. Это Маклакова, переходящая в Старостино. Иду по неведомым дорожкам. Здесь еще не проходила сама. Вот здесь отсюда потрясающий вид. У меня как-то видео было дом на горе. Вот он, дом на горе. Я снимала с той стороны, там совершенно стеклянные панорамные двухэтажные окна. А вот этот сам дом. Он еще не жилой. Внизу гаражи. Подъезд обозначен. 5, 6, 7, 8 подъездов. Вот наш Алеша. А вот наш многокрасочный город. Видите, какой он яркий. Продолжается по улице Старостина. Уже вечер. Пасмурно стало. Один день был сегодня яркий, хороший. Вот такое естественное украшение города. Иван-чай повсюду. Бесплатное украшение. Вот подарила вам еще кусочек Мурманска. Вечернего летнего Мурманска. Спасибо, кто был со мной. До новых встреч!